Доброе утро, страна! Новый день. С вами встречаем мы, Марианна Муренкова и Анна Квилория. На календаре 27 мая. Это понедельник. И сегодня в нашей стране начинается декада кибербезопасности. Она продлится по 5 июня. И о том, какие мероприятия она включает и с какой целью проводится, поговорим с нашим гостем в студии, заместителем начальника главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси Алексеем Новышем. Мы рады снова вас видеть. Да. Доброе утро. Доброе. Алексей, каждый год, мне кажется, мы встречаемся в этой студии для того, чтобы вновь и вновь поговорить о кибербезопасности. И это, кстати, и не раз в год даже происходит. Но, тем не менее, мошенники, преступники придумывают все новые и новые виды, как обмануть людей, как их обвести вокруг пальца. Что вот сейчас такое самое, в кавычках, популярное у них? К сожалению, да, есть популярные, как вы говорите, способы совершения преступления, но... Если охарактеризовать в целом обстановку, связанную с совершением киберпреступления, то я бы отметил тот фактор, что нынешний год, он коренным способом поменялись подходы к способам совершения преступлений и тем преступлениям, которые в сфере интернета регистрируются. О чем я хочу сказать? Что проводимая профилактическая работа, она на самом деле дает, и мы видим практические результаты. Уровень цифровой грамотности населения нашего растет. Люди стали более бережно относиться к сохранности своих персональных данных, которые обеспечивают доступ к их безналичным денежным средствам, находящихся на банковских счетах. О чем здесь речь идет? Количество преступлений, связанных с завладением персональными данными, когда люди самостоятельно передавали номера своих банковских карт, личные номера, пароли, доступа, таких преступлений становится меньше. И теперь на первый план вышли преступления, когда чистое мошенничество. О чем речь? Это действие, когда люди самостоятельно, инициативно отдают свои сбережения преступникам. То есть здесь... Мы научились, мы понимаем, что если нам поступает какой-то звонок, у нас спрашивают какие-то персональные данные, либо иностранный номер мы видим на своем смартфоне, либо если мы слышим, что у нас требуют какие-то пароли, да, мы научились уже говорить нет и сообщать заранее о том, что и количество таких сообщений, которые поступают в дежурной части о том, что мне позвонили, скорее всего, мошенники, но я никаких сведений не сообщил или не сообщила, это говорит о том, что этот уровень грамотности повышается. Тем не менее, преступный мир, он стал переходить на менее затратный в техническом и в экономическом плане. А давайте на примерах, чтобы вот сейчас кто-то сидит, смотрит и понимал, что это преступление. Такие преступления, которые на сегодняшний день наиболее актуальны, можно разделить условно на две группы. Когда в первую очередь это чистая беспечность человека, и фактически преступник выполняет пассивные функции, просто закидывает вот чистый фишинг, закидывает, как говорится, удочку. Это либо так называемый криптотрейдинг, либо склонение к вложению своих средств, какие-то биржевые операции. И когда человек, криптовалюта там, да, абсолютно так, верно, когда человек видит какие-то на экране баснословные проценты, когда он может и считает, что не выполняя никаких физических либо иных действий, можно просто, вложив рубль, через день получить 100, а то и 1000 рублей, и все это сопровождается красивыми картинками, красивыми разговорами, то, соответственно, человек отдает свои сбережения. И здесь уже даже, наверное, скорее вопрос стоит не столько в цифровой грамотности, сколько в финансовой грамотности. Либо когда люди хотят просто-напросто приобрести какой-то ходовой товар по дисконтным ценам. Это в первую очередь, в большинстве случаев, это используется сеть Instagram, когда мы хотим купить что-то, вещь, которая нам очень понравилась, и, как говорится, за очень недорого. И опять же, не осознавая и не понимая тех факторов о том, что не бывает просто что-то, какие-то ценные вещи по сверхдисконтным ценам. И мы беспечно перечисляем свои сбережения. Это один фактор, где здесь больше абсолютно это
чистые эмоции срабатывают. Алексей, вот я хочу вернуться к криптовалюте. Ну, существуют же истории, да, одно дело, когда мы бездумно как-то отдаем свои деньги, вступаем, видим большие цифры, но я знаю, что брачные аферисты пользуются этой штукой, втираясь очень глубоко в доверие, и потом человек уже на эмоциях вкладывает свои деньги, потому что и его личным пространством, собственно, завладели. Это правильно, да? Абсолютно верно. Опять же, здесь человеческий фактор срабатывает, вот это социальная инженерия. Если человек не может долгое время построить какие-то личные взаимоотношения, и ему поступают красивые письма, приходят обещания быстро улучшить какие-то даже, пускай бытовые, либо личные, да, бытовые какие-то условия, ну и, конечно же, просто найти свою вторую половинку. Причем это касается как женщин, так и мужчин. Да, это может быть и с одной стороны, и со второй стороны. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание и все-таки на тот факт, что присутствуют и действия мошенников таких, и которые в первую очередь мы и нацелены, вот проводимые в том числе и декада кибербезопасности, это наши пожилые граждане, это несовершеннолетние, это лица, проживающие в сельской местности, и предупредить их еще раз о тех действиях, которые совершаются умышленно мошенниками. Это склонение к получению каких-то кредитных средств. Это склонение, направление фишинговых, опять же, тех же ссылок, чтобы якобы к вам через какие-то почтовые сервисы вам надо что-то получить, к вам пришла посылка, за нее нужно оплатить. Это может быть, как сейчас становится актуальным, направление сообщений от имени операторов мобильной связи. О том, чтобы... Буквально на прошлой неделе мне звонили. Более того, банковская система также есть, да, мошенничество. И данные случаи достаточно еще распространены, когда от имени банковских работников, от имени сотрудников правоохранительных органов могут быть ситуации, сейчас переходят в такую, как сказать, в двухэтапную структуру совершения преступлений, когда мошенники представляются от имени руководителей той организации, где человек работает, сообщает о том, что сейчас с вами свяжется некий сотрудник правоохранительных органов и разъяснит, как вам сберечь свои сбережения, на какой-то положить на защищенный счет, либо поучаствовать в какой-то специальной операции. И вот здесь вот цель сегодняшних мероприятий, цель и задача декады этой кибербезопасности еще раз рассказать и объяснить, какие существуют способы и как уберечь себя от таких действий. Я вот слушаю, думаю, как жить, кому верить? Да, но самое страшное, на самом деле, давайте затронем тему сейчас, тем более впереди каникулы. Наверняка и неделя кибербезопасности также связана с нашими детьми. Просто ничем не гнушаются, впутывают в эти дела детей. Давайте расскажем. У наших почти у всех детей есть уже социальные сети в том или ином объеме. Как им там себя правильно вести и на что конкретно детей пытаются подцепить, скажем так? Знаете, в первую очередь, наверное, я бы сказал, что мы как родители, как взрослые, и в первый самый основной посыл, мы должны научиться слушать, не только слушать, но еще и слышать своих детей и смотреть, чем они занимаются и в какой стезе они находятся. Да, много придумано различных технических средств для того, чтобы обеспечить тоже родительский контроль, но, к сожалению, он не обеспечит на 100% безопасность наших детей. Дети наши растут, они, как говорят, родились уже с смартфоном с гаджетом в руке. Да, и они видят те процессы, которые происходят. Они стремятся сейчас к так называемой финансовой независимости. Пытаются каким-то образом, да, с одной стороны, это похвально, они заработать какие-то сбережения, но, к сожалению, попадают зачастую в те ситуации, когда этот заработок имеет криминальный характер. Это, во-первых, что? Это может быть связано как с приобретением и продажей банковских карт. Это так называемый тоже сватинг, это направление заведомо ложных сообщений об опасности. Вроде бы это шутка шуткой для кого-то из них, а на самом деле это преступление, которое влекут достаточно серьезные экономические последствия, они имеют достаточно серьезный резонанс. И поверьте, когда приходят в гости, так называемые уже потом к таким детям, и родители видят свое чадо, которое отличник, примерное поведение, и они поверить не могут в то, чем дети занимаются. Поэтому здесь основная наша задача в том, чтобы объяснить еще раз родителям, что дети — это в первую очередь должны быть друзья. Нельзя, да, это удобно, да, это комфортно отдавать часть воспитания сети интернет, там много различных программ, которые, ресурсов, которые их учат, но
мы, если не будем с ними общаться и разговаривать на одном языке, к сожалению, не сможем уберечь от определенных негативных последствий. И опять же, где еще могут быть несовершеннолетние замечены, опять же, это вот повышение своей финансового благополучия, это участие в этих скам-группах, то есть мошеннических структурах, которые выполнение здесь каких-то частичных функций. Зачастую у них появляется заблуждение о том, что если я не сам звоню или не сам пишу, то я не мошенник. Но выполнение даже части функций, которая связана с хищением средств у человека, это может быть и звонок, это может быть и просто вбивание номеров карт, это может быть просто выполнение курьерских функций, забрать деньги. Это соучастие, которое влечет уже уголовную ответственность. Давайте, да, поговорим еще о мероприятиях декады, собственно, кибербезопасности, где можно поучаствовать, как присоединиться, как вообще получить эти знания необходимые. Традиционно мы проводим декаду кибербезопасности, опять же, это фактически последнюю неделю учебного года, это предканикулярный период, это преддачный период, если мы будем говорить про повод уже пенсионеров, это предотпускной период, когда мы все часто едем куда-то отдыхать, и уже опять же на эмоциях мы готовы, мы уже где-то видим море, солнце и так далее, хорошее настроение, что способствует все-таки введению на заблуждение. Поэтому наиболее массовыми мероприятиями будут использоваться это в первую очередь средства массовой информации, это телевидение, вот как сегодня мы это рассказываем, это использование различных интернет-ресурсов, это выступления в трудовых коллективах, это выступления в школах, это выступления в других каких-то учебных заведениях. С этой целью задействовано не только Министерство внутренних дел, но и иные государственные органы, в том числе и Министерство образования, и иные структуры, для того, чтобы мы массово могли это показать единым и рассказать. Фронтом, больше информации, да, уже сколько можно об этом рассказывать, но оказывается можно. Спасибо большое, Алексей. У нас в гостях был заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Новыш.